имитируем. Довольно ты так. Естественно, в черных шортах, он же Спартак. Нащупал слабину у Терминатора такие. На вдохновение давит его, да. Сергей опять ныряет. Ну что ж творится-то, а? Захват! Стоп! Да, это Спартак опять. Пилим. Пряник в атаке. Резко отвечает на ту дерзость с перекидыванием. Судья пытается рассмотреть вообще, что происходит настолько интенсивно. Стоп! Это помедленнее. Левая Спартака. Раз. Два. Так отбит. По челюсти пряник возвращает ему. Но попадает в ловушку. Пройдет под вывеской «Разница в весе». Ух ты, и сразу же пошла активность. Курич теснит. Паша Тонкий специально отходит подальше от края. Понимает, что 35 килограммами. Не лишними, а преимущественными. Стоп! Он упал в воду. Маловероятно, конечно. Это просто избиение. Вообще Павлу ничего не дает сделать. Падает. Вода темная, в ней кто-то забыл чайный пакет. Зули, кстати, в начале видео он был еще с волосами. Видимо, вытаскивали из воды. Ох ты! Дима скользит. Побрил подошву. Он на край Егора давит. Баба! Баба! Владислав собирается закончить бой на первых секундах. Ну сколько это? 10-15? Ох ты! Столкнул за голову прям! Жесть, тут мухи летают, конечно. Загрязнение Москвы не дошло еще, так они разрослись. Стоп! 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 Раз! Бой! Схватка продолжается. Олег, кстати, в кроссовках. Ох, как интенсивно пошло! Стоп! 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 Позу менять, приседать там, ложиться. Вот это уже экзотическое стоп! Упражнение! Стоп! Типа стоп! Кошки. Раз! Бой! Потому что в схватке он, конечно, не... Стоп! Стоп! Но сейчас до края подвинул. Два! Но не три! Устоял. Есть, нужно сталкивать! Стоп! А, ты, стоп! Без борьбы! Столкнуть-то отсюда! Он вроде сдвигает. Стоп! 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 Раз! Загорает новый ММА бойца. Восемь! Неудивительно. Девять! Аут! Все, стоп! Ждал этого момента, он сейчас начнется и начинается сразу! Рефери там в изумлении! Стоп! Женя, сейчас опять тут-стут друг другу будут делать! Стоп! Все! Стоп! Стоп! Вышло стоп! Из-под контроля! Двое, один за другим! А судья? Не! А, нет! Мощные начинают свой тут-стут! А нет, уже перешли на ум-ум! Внутренние органы, массаж, это не дешево! Ох ты, на голову переходят! Близко как раз... Если Курич сейчас прям не скинет с контейнера кобота, все, продавят его! Промахнулся Акела! Стоп! Не двигается Курич теперь! Много получает, пошел по низам! Стоп! Стоп! Шанс у него еще есть. Коба тоже на его раунда не будет. Твердо и четко заявляю. Стоп! Очень интересно. Оба бойца до последнего держатся. Орешки у них крепкие. Стоп! Стоп! Титаны стоп! Стоп! Пали. Стоп! 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 Ситуация! Это кременя! Настоящие мужики кремнии! По корпусу, по лицу! Держатся! Стоп! 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 Ансам утузят друг друга. Третий раунд все-таки будет. Блин, да они равны до молекулы вообще, никто не падает. Стоп, 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 не толкай, бой. Не толкаться, говорит, а сам толкается. На краю стоит Курич, ух ты. Стоп, стоп, его канат стоп, держит, стоп, стоп, блядь, а держи, вот Кобу. Блядь, а?